Всем привет, с вами Жора, и сейчас я хочу рассказать вам о 7 самых необычных мест в России. Поехали! Самские лабиринты, Карелия. Всего таких лабиринтов в мире 500, и 50 из них находятся в России. Они возводились в основном на берегах морей или в устьях рек. Все лабиринты имели культовое значение, но кем именно и с какой целью они были построены, историки пока не знают. Кашклакская пещера, Хакасия. Сейчас Кашклакская пещера – туристический объект, но 2000 лет назад первый ярус использовался местными шаманами как ритуальный зал. Стены храмового грота до сих пор покрыты копотью от многочисленных жертвоприношений. Васюганские болота – Западная Сибирь. Васюганские болота порой называют русской амазонкой. Они растянулись на 573 километра с запада на восток. Их площадь постоянно растет и уже превышает 53 тысячи квадратных километров, что больше площади Швейцарии. За последние 500 лет образовалось более 70% болот. Возраст васюганских болот не менее 10 тысяч лет. Местные жители охотно рассказывают легенды о том, что эти болота создал черт, который пытался спрятать от бога землю. Гора Ватавара, Карелия. На вершине Ватавара около 1600 камней сейдов, которые уложены в неком таинственном порядке. На камнях или возле них саамы выкладывали подношения к местным духам. К сейдам было запрещено прикасаться, а женщинам, как более подтвержденным влиянию злых сил, и вовсе нельзя было приближаться к Святой Горе. А еще здесь есть лестница в небо, так прозвали вырубленные в скале 13 ступеней, заканчивающихся глубоким обрывом. Кто ее построил, до сих пор неизвестно. Археологи заявляют, у здешних племен в древности просто не могло существовать идеи лестницы. Дольмены, Западный Кавказ. Назначение кавказских дольменов точно не определено, но многие археологи придерживаются мнения, что эти гробницы эпохи мегалита. Строились дольмены в основном из песчаника. Методы изготовления и транспортировки плит на место установки до сих пор не ясны. Многие люди чувствуют перепады настроения, когда находятся рядом с дольменами. Причины этих аномалий также неизвестны. Аркаим, Челябинская область. Аркаим является одним из укрепленных поселений Южного Урала, страны городов. Самый младший из этих памятников – ровесник египетских пирамид. С Аркаиром связывают множество тайн и загадок. Планировка города напоминает солнце, структура колец и радиальное направление постройки сориентированы по звездам. Невянская башня, Невянск. Расположена эта башня в горном поместье Демидовых в городе Невянске. По аналогии со всемирно известной Пизанской башней, Российская башня также наклонная. Неизвестна точная дата постройки и имя архитектора. Непонятно, зачем нужна так называемая звуковая комната. Человек в одном ее углу может отчетливо слышать малейший шепот, произносимый другим человеком, который стоит в другом конце комнаты. Ну а на этом все. Если тебе понравилось это видео, то ставь лайк и подписывайся на канал. Ну а я увижусь с тобой в следующем ролике. Пока!